В программу подготовки юнармейцев включены занятия по самбо. Такое поручение в конце прошлого года дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Городской округ Люберцы участвует в пилотном проекте. Площадкой для его реализации выбрали 28-ю школу. Наша съемочная группа посетила тренировку начинающих спортсменов. Равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи спортсмены! Здравствуйте! Все готовы к работе? Да, точно! Направо! Побежали по кругу. Так начинается каждое занятие юных самбистов. Для начала небольшая пробежка и разминка, а уже потом отработка приемов в парных упражнениях. Тренер подробно комментирует каждое свое действие. Я кладу, значит, руку ему на шею, беру, ребята, его за коленный изгиб и притягиваю ногу к себе. Дальше второй ногой я сравниваюсь вместе с его опорной ногой, на которой он стоит. Перекрываю и бросаю на спину. Осваивать новое направление юнармейцы 28-й школы начали недавно. Это пока третья тренировка по самбо. Но многие ребята задумываются над тем, чтобы связать дальнейшую жизнь с этим видом спорта. Научились группироваться, падать, делать страховку. Я считаю важным это, потому что это надо в самообороне. И для армии это может очень сильно помочь в будущем. Тренировки проходят с легкостью, тренер все очень грамотно объясняет и очень понятно все. Это наш национальный вид спорта, конечно, ему очень почетно заниматься и буду двигаться дальше. Программа подготовки юных армейцев включает в себя основы самостраховки, а также базовые приемы самбо. Курс состоит из 8 занятий. После его прохождения школьники будут сдавать нормативы самбо в ГТО, которые покажут, насколько хорошо они усвоили материал. Мы занимаемся один раз в неделю. Это ровно час. Для этого нам, в принципе, хватает времени, чтобы их подготовить, чтобы они научились правильно бросать, группироваться, делать самостраховку. В любом случае, им это очень пригодится в жизни. Каждый юнармеец, который прошел такой курс, сможет продолжить освоение боевого искусства уже на профессиональном уровне. Кроме Люберец, в пилотном проекте участвуют еще 3 городских округа – Можайский, Серпухов и Чехов. Символично, что введение национального вида спорта в программу подготовки юнармейцев началось в год 85-летия российского самбо. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.